Идеального мужчину нужно вырезать из железа, желательно автогеном, иначе в нем не будет огня. Об этом рассказала простая сварщица третьего разряда, которая открыла свою художественную выставку в Москве. Мария Коровина покажет искрометную девушку. Главное слово этой недели – любовь. И где, как не в музее современного искусства, можно раскачаться на качелях страстей и эмоций и даже приложить руку к созданию идеального мужчины. Она их сварила из того, что было. Амазонка 21 века легко жонглирует болгаркой и сварочным аппаратом. Арматура – ее ближайшая подруга в долгие зимние вечера. Воплощенный манифест философии «Железной леди», который и мужчину для себя сама сделает. Клара Цеткин и Роза Люксембург аплодируют стоя. Что может быть изысканнее металлолома? Только груда металлолома. А между прочим, это все про любовь. Вот это, например, безумные влюбленные, навсегда соединенные железом и огнем. Некоронованная королева сварки готовит любовное зелье по уникальному рецепту. Несколько килограммов железа, щепотка развенчанных стереотипов о роли женщины в обществе, чайная ложка самоиронии, 3 литра фантазии и много-много огня. Мы постоянно колеблемся. Да? Вообще весь мир – это все такие большие качели, колебания. Да? То есть это как ментальные колебания между добром и злом, между счастьем и печалью, да? То есть так и физические колебания. Да? Любовь, по сути, это тоже то, что качается. У электросварщицы третьего разряда все как у Бродского. Как будто жизнь качнется вправо, качнувшись влево. Или в сторону низменных страстей, которые оказались цвета фуксии с тремя змеиными головами. Или к чистой настоящей любви, которую художница воплотила в трогательной скульптуре «Волшебный единокот». Физически, да, достаточно тяжело. То есть, как бы, ну, обычная физическая подготовка, достаточно там спортзал, да, для того, чтобы справляться с болгаркой. По сути, самое тяжелое из этого – это только болгарка, но в плане тяжелое, наверное, для обычного человека. Я бы справилась. Я думаю, да. Художница передала мне свое орудие труда. Сейчас будет смертельный номер. Ну вот я приварила колено к идеальному мужчине. У главного любовника европейской культуры и женщины мечты отсутствуют лица. И это совсем не случайно. Воображение отлично дорисовывает черты того, с кем тебя по-настоящему качает. Мария Коровина, Николай Заболоцкий, «Известия», специально для РЕН-ТВ.